Чудо свершилось, дорогие мои. Обратного пути уже нет. Вы ждали конца света? Получите, распишитесь! Механизм подал признаки жизни и зашевелился. Во время всеобщей суеты и хаоса никто даже не заметил, как зомбированные глобальным прорывом мозги вдруг включились и заработали! Новые правила, новые движения, новое сознание и новое время! Вы все, кто способен думать, уже начали перепрошиваться! Я вижу важный признак выздоровления! Вы начали писать мне по-настоящему умные письма. Потешные полки оказались не совсем потешными. Они это чувствуют и боятся. Потому что пропустили момент, профукали тот день, когда каждому обремененному разумом нужно было всадить мотыгу в голову! Чтобы черепная кочерышка не включалась больше никогда! Извинимся же перед ними, что не оправдали их надежды и не оказались тупой быдломассой, готовой послушно идти на заклание с языком, засунутым в жопу. Вирусная реклама сработала. Покупай, налетай, мой товар! Революция сознания. И каждый, кто смеется над этими словами, в глубине души точно знает, Фриман прав! Я никогда не хотел революции, в которой льется человеческая кровь. Я никогда не призывал к резне, в которой свинец разматывает мозги по стенам. Революция может быть только одна. Революция сознания. И только. Все остальное лишь бессмысленная мясорубка, превращающая плоть в бабло. Я горжусь вами. Теми, кто не захотел тратить свою жизнь на мигалку понты и дрочиво на золотого тельца. Все это лишь сладкие столпы сахарного домика, в котором нет ничего, кроме липких стен и грязных рук. Старый свет погибает с теми, кто не способен понять.